Мы поближе подошли к нашему самолету. Видите, прям реальный самолет. А где наш единственный пилот? Сейчас пойдем найдем пилота. Все-таки, конечно, с облаками это очень интересно. Вот мы, как говорится, на взлете, да, вот он наш самолет. Где только наш единственный пилот? Сейчас найдем. И вот такая ждет чудесная страна. Да, сразу такая ассоциация. Шанхай. Ну, или любая страна, да, где есть что-то такое. Вот, как это, Ира, правильно, подскажи мне, дорогая. Пагода. Тогда не подсказывай. В общем, очень забавные подмосковные вечера. Я думаю, что не только у нас, у многих есть такая, да, традиция выходить в выходной особенно день и разглядывать облака. Слушайте, это просто потрясающе, как говорится, подмосковные вечера. На противоположной, как говорится, стороне от самолета, вы посмотрите, что просто золотые облака. Ой, люди, вы вообще все, надеюсь, любуетесь облаками. Какая же нереальная красота. Так жалко, что нет открытого, да, пространства. Сейчас мы пойдем дальше. Да, к сожалению, мы не могли найти пространство, чтобы лучше разглядеть такое волшебное облако. Но, тем не менее... Хотя бы можно посмотреть вот так вот. Какие все-таки красивые закаты в Подмосковье. Ой, нереально, глаз не оторвать. Все загадали желание. А вот там вот у нас город Клин. Нереальной красоты. Я имею в виду закат. Ну, давайте я вам еще покажу и посмотрите внимательно в это облако. Уверяю вас, оно магическое, не забудьте загадать желание. Извините, камера трясется, я пытаюсь увеличить. Жалко, конечно, идет шнур от электросети. Ой, увеличится? Не, а не увеличится. Вглядитесь внимательно. Не буду говорить, что там. Я думаю, что каждый из вас увидит свое. Не забудьте загадать желание. Я вас уверяю, оно сбудется. Всем приятного вечера. И любуйтесь подмосковными вечерами.